Вы смерти не боитесь? Ну, вроде как все боятся. Ну, значит, я не все. А вы в жизнь после смерти верите? Нет. А почему? А зачем верить в то, что мне не понадобится? Если есть жизнь после смерти, то от этого действительно становится просто страшно. Тогда должна быть жизнь и после того, как... Бояться смерти можно только в том случае, если что-то здесь не успел. На самом деле, смерти для человека нет, как говорили древние. Потому что пока ты жив, ты еще не умер, а когда ты умер, ты уже не знаешь тоже о том, что такое смерть. Человеческая смерть – это вызов жизни. Это рассказ о том, что человек очень мало живет и должен много успеть за короткое время, если он не верит в жизнь после смерти. А если он верующий, то он должен укреплять себе сознание в том, что жизнь продлится после смерти. Конечность человека в мире, конечность личности, она, по крайней мере, вот когда над этим размышляешь всерьез, она где-то благодатна, ибо человек ответственнее существует, живет. Человеку во благо или во вред знать день своей смерти? Все зависит от ситуации. Понимаете, когда... Это страшно, конечно, знать, на мой взгляд, день своей смерти, но зато человек обратится к Господу, и вот то оставшееся время он проведет достойно. Если бы мне сказали, что парень, тебе осталось 12 часов жить, я бы сейчас упал на колени и не вставал все 12 часов. Молились бы все 12 часов. Если бы я это знал. Но я этого не знаю, поэтому приходится миром, как говорится, наслаждаться, якобы. В чем смысл смерти для вас? Смерти для меня, в том, чтобы, наверное, я к жизни относилась предельно серьезно. И никогда не забывала, что каждая минута – это вот это драгоценное время моей жизни. И каждый миг, делая какой-то выбор сиюминутный, неважно, относится ли он к тому, где мне пообедать, или... ответить этому человеку или нет, фоном служит как раз вот это знание того, что я смертна, и что каждый этот миг я должна сделать, ну, скажем, осмыслить вот этим знанием. А где бы вы хотели жить после смерти? Ну, с себе подобным, можно сказать. Может быть, даже и в аду. И в аду хотите? С себе подобным, можно сказать. А где именно, еще не решили? Да нет еще, но уже надо решать. Уже где-то что-то и самочувствие, и энергия уходит.
Так. Вы хотели бы жить вечно? Вечно? Нет. А почему? Ну, не знаю, скучно, мне кажется, было бы жить вечно. То есть вы хотите умереть? Когда-нибудь. Можно пожить лет 200, но не вечно. Нет, но только если 200 лет, я буду молодой, красивой, здоровой. Вот. Я не хочу жить всегда. Тем более грядут такие перемены. Может, мне не понравится в будущем. А вот, допустим, через 500 лет там все так сильно изменится, и мне не будет нравиться этот мир. И что я буду делать, если я буду вечно? Это ж пипец будет. А как вы относитесь к идее реинкарнации? Плохо. Дубом не хочу быть. И там какие-нибудь барбосы. А вы сколько бы раз хотели жить? Аналогично, один раз, хватит. То есть вы считаете, что мы здесь мучаемся? Конечно. Почему мучаемся? А мы здесь мучаемся, это точно. Жить мы будем там. Где это там? Ну, когда уйдем в тот мир. А вы как считаете? А я считаю, все хорошо. Мне нравится. Что не делать, все к лучшему. Беднеет Руся смут. Когда же она поднимется с колен? За что боролись предки наши, то стало ныне прах и след. Чем, по-вашему, смысл жизни? Если бы мы знали, что после смерти, тогда бы, наверное, ответили на вопрос, в чем смысл жизни. Лично для меня смысл жизни на данном этапе, чтобы я чувствовал себя любимым человеком, чтобы я любил. Неважно, там, детей, женщин, семью. Смысла жизни как такового, похоже, вообще нет. Мы рождаемся, живем, и некоторые видят смысл жизни в преобразовании природы, чем занята наука. Она всю жизнь преобразует природу, и к чему это привело сегодня, это вот очень хорошо видно. Жизнь сама по себе, она не имеет смысла, она есть, и все. Мне кажется, что смысл жизни – это самореализация, достичь того, чего хочешь. Единственное, что при этом нужно понять, что ты хочешь именно это. У вас есть какое-то ощущение, что есть Бог? Ну, высший разум. А у вас? Бог есть любовь. Бог – это все. То есть природа, Бог, ну такая разница, творец, не имеет значения. Вот все, что есть – это Бог. Бог – это что-то непознаваемое, да, возможно, трансцендентное какое-то. То, что над нами, которое, возможно, знает так или иначе, руководить нашей свободой воли. Мой взгляд, судьба – это то, что нам дано и за прошлые грехи, и то, что нам открывает возможности раскрыть себя в этой жизни, чтобы, когда уйдем к Богу, наверное, все-таки чем-то обогатить эту высшую силу, которая нас сюда прислала. Ну, раз как-то душа откуда-то создалась, значит, что-то такое есть, что создало. А душа есть? Душа есть. Точно? Точно есть.
хотели бы вы прожить несколько жизней в этой земной жизни? В земной жизни? Несколько раз пожить. Я и так буду жить несколько раз. Вы уверены в этом? Да. А почему? Потому что это всего лишь остановка в долгом путешествии. Сейчас я здесь такой. В следующий раз, может быть, я буду с вами же говорить. Но когда вы будете уже старенькие, я буду каким-нибудь маленьким ребенком. Вы разделяете теорию реинкарнации? Да, я даже знаю, что это так. Но есть мой опыт, который мне говорит об этом. Неужели это бессмысленная просто оболочка, которая просто будет кормить червяков потом? Это же все кто-то создал. Зачем-то, почему-то. По крайней мере, даже если это было бы не так, то это просто, ну, так интереснее. А зачем несколько раз мы живем? Прорабатываем что-то? Не обязательно. Ну, я предполагаю, что может быть буду жить, может быть не буду жить. Не знаю, если мне останется, что проработать в моей душе, можно как угодно называть это, в моей сущности, которая в этом теле физическом находится. А зачем вообще тогда мы живем? Мы живем здесь? Да. Это некое измерение определенное, в котором мы находимся для того, чтобы что-то проработать. Возможно, это единственное место во Вселенной. Мне внутри меня есть определенная вера в то, что это всего лишь просто одно из измерений. Достаточно сложное измерение, но оно единственное такое, в котором мы прорабатываем вещи, которые невозможно проработать в каких-то других вещах. В чем тогда назначение нашей земной жизни? В чем назначение? Цель. Я думаю, что очищение.